Ну, конечно, мои зверушки не могли ошибиться. Нюх на теневую энергию у них просто отличный. Добро пожаловать ко мне в цитадель, тень. Окей, я тоже рад тебя видеть. Чтобы не пропустить видео на канале, вы должны нажать подписаться, если еще не подписаны, а также и рядом с подпиской есть такой вот колокольчик. Нажав на него, вы ставите галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала», и тогда вы не пропустите новые видео с канала Funny Games TV. Ну и конечно же, не забывайте поставить лайк. Есть, наконец-то! Ух, выбил! Ну как же это было сложно, ребятки, но я все-таки это сделал. Ох, отлично. Так, ладно, что у нас дальше? Так, а дальше у нас стадия легко, и я могу включить затмение, и это будет нормально. И этот бой доступен тебе лишь если все твое снаряжение, а значит и магия, и метательное оружие будет 49 уровня. Ха-ха, смеешься, мужик, у меня не то чтобы все, у меня супер все. Я даже ключи свои от дома прокачал до 49 уровня. Так что держи. Нет, не так быстро, эй, вот, держи. Это моя должна была фраза быть, и мой первый удар должен быть эпичный. Так, на, пошла от меня, воробиха. Или как там тебя звать, гарпия? Ты, ну-ка, вот встань, а, понаделай свои тут, понимаешь ли эти, как они, перья, и теперь что-то на меня крякает, а? Ну-ка, держи. На, вот так-то, лети отсюда. Лежи он там под кустом в этом каменном лесу. Так, второй раунд, ребят, второй раунд. Так, ну когда у меня уже будет 50 уровень, а? На, держи хлыстом тебя. Эй, подожди, второй удар тоже должен быть за мной, а? Ну-ка, ушла, говорю. А ну-ка, а что такое? Я же нажал на магию, почему она не сработала? Давай, срабатывай, магия. Вот, отлично. Отлично, так, что тебе сделать? А давай, вот так тебе сделаем. Вот и все. Лежать, кусок ты пера. Ее вообще можно пуховая перьевая подушка называть, ну как угодно, в общем. Так, и когда? Да, наконец-таки 50 уровень, ребятки. Так, что у меня тут? Дезориентация и зеркало блокируем, да, не удара. Так, да, вот это берем. Ух ты, у меня тут много наград всяких. Давай забираем наградки. Так, что у нас тут из оружия, ребятки, ребятушки, давайте смотреть. Гнев пламени, а, он у меня сейчас, да? А, нет. Так, подожди, давай, ну-ка сюда подойдем. Так, тут что у меня? Зуб кобры. Ничего себе, это что такое, ну-ка примерь. Фу. А, он что, стрелять будет, что ли? Что за зуб кобры, ребят? Слушайте, я не знаю, даже покупать, не покупать. Отравление, сейчас вызвать у противника убывание, так. Давай пока будем прокачивать пластичный меч. А, ну, как бы он мне нравится, да? Вполне хорошее оружие. Будем пока им... Сколько у меня там? А, деньжищ у меня просто завались. У меня их просто бешеное количество. Так, дальше. Это значит, у нас было оружие. Ух, это дубинки-огнеметы. Это что, плазменная винтовка? Как с ними сражаться? Я не понял, тут уже какой-то в шутер превращается Shadow Fight. Я не понял, а это что такое? А драться-то кто будет? Вроде бы же здесь бои на мечах, нет? Или я ошибаюсь? Ладненько. Ладненько, ребятки, давайте дальше смотреть. Что тут у нас из брони? Туника безликого. Нет, это какая-то ерундень. Вот это жилет наемника вот у меня сейчас, да, по-моему? А, да, и щит, видишь, да. Мы его прокачиваем. И его мы будем использовать пока. Так, 610, да, давай все прокачаем до конца. 1000, ничего себе, 1000 уже этих у меня забрали электронных схем. Так, маска безликого, вау, тут что-то все безликое, безликое кругом. Хорошо, давай пока прокачаем обычный шлем. Денег хватает? Да, хватает, отлично. Так, хорошо, так, ну и все, кристаллы теперь в ход пошли. Дальше, что у нас тут? Смертельные шипы, ух, ослабление, ага, смертельные, а у меня сейчас вот этот испепелитель, да, а смертельные шипы что стоят? 117, слушай, ну давай купим, почему бы нет, хорошие шипики такие, можно ими шиповать немножко, так, хорошо, дальше что у нас, огненный всплеск, это у меня, ой, зачем я снял, подожди, это у меня, а вот гнев пламени, смотри, вообще какой-то крутой, это 1797 зачарования, а здесь... 1800, ой-ой-ой. Так, ну, слушай. Гнев пламени. А что оно делает?
Ой-ой-ой, что это такое? Это что значит? Что дает-то? Я не знаю, давайте попробуем, в общем, попробуем, используем, ребят. Попробуем поиспользовать. Так, что нам, как говорится, мужикам, пацанам, братюням? Так, хорошо, давайте дальше. Что нас ждет дальше? Так, последняя стадия, 8 из 8, каменный лес. Ну давайте уже закончим этот каменный лес. Сама земля порой будет содрогаться у вас под ногами, и падая ты будешь терпеть урон. Идя же в одну сторону, ты будешь двигаться в другую. Ху-ху. Ты издеваешься так, и чё, в бой? Ну? И? Посмотри, ничего не происходит. Я нажимаю бой, 3 раза, 4 раза нажал в бой, и наконец-то этот голем передо мной появился. Так, давайте уже голема этого замочим. Так, земля, говорит, будет из-под ног уходить. Ну ладно, мы сейчас быстренько голема зафигачим. Так, ой, не в ту сторону. Давай, с шипами. Ух, отлично, голем. Ой, голем-голененок. Ушел. Вот, хорошо, победили. Земля дрожит, но голем у нас лежит. Вот, видишь, даже стихами заговорил. Земля дрожит, а голем лежит. Ах, круто. Так, на, держи, голем. На. Так, ну-ка давай, кидай, где шипы? Ох, молодец, вовремя ты киданул, тенек. Так, ой, ты прекращай. Ты посмотри, а. На. Упал я тебе. Да ты посмотри, что творит. А почему он не падает? Так же нечестно, мы же должны быть в равных условиях. На, голененок. Так, ой, я магию не успел магию. Вечная память, да, точно, вечная память тебе. Голененок или големенок, как там тебя? Ну ладно, давайте дальше. Так, и у нас получается следующая миссия, ребятки. Это крейсер. Давай включаем. Ой, можем смотреть даже затмение. Да, давай затмение включим. И нормально. В этот бой можно вступить только оружием 50 уровня и выше. Да, оно у меня есть. А прикинь, я с собой специально захватил. Так, и следующий падальщик. Фу, какой он мерзкий, а. Так, ну-ка давай, падальщик, иди сюда. Так, отлично. Падальщик, ты хорошо падаешь. Мне нравится. Ой, это вот эти огнеметы, что ли, а? Нифига себе, вот это оружейка. Так, подожди, я же тоже умею кидать такие. Смотри, вот, видал? Вот, на, держи. Отлично, да, он увидел, он прям близко рассмотрел. Один прям увидел, прям вот где-то между глаз. У него остался. На! Тебе еще, ой, я не на ту кнопку нажал. На! И на! Да что такое? Я привык, что там у меня управление перепутано, а оно уже у меня уже не перепутано, а? Что ж ты будешь делать, Семен, давай, тень! Ух, нифига себе, вот это огнеметы, слушайте, а? Мне понравились, слушайте. А, магия! Что она дает? На! Ничего себе, я просто какой-то ангел. Ой, у него тоже такая же магия, но это ему не помогло. Лежи, падальщик, на своей земле. Так, отлично. Так, ребятки, я думаю, что вот это вот уже у нас последний акт с вами, да? Стадия третья, давай, гасим. Кто там у нас? Давай, выходи на нас, падальщик. О, невидимый. Кстати, я не посмотрел даже, что у меня за задание. Невидимый противник, победа по времени. А, окей. Невидимый противник, это легко. Легко. Ну-ка, давай, где ты, невидимый? Ну-ка, появись. На. На. Получил, нет? Да, вроде бы получил. Ох, ты подожди, ты невидимый. Ты откуда такой взялся? А ну-ка, на. Получил. Вот, магию мою получи. А, нет, не получил. Ну ладно, тогда придется так его мочить. Слушай, а что у него энергия-то не убавляется вообще? Смотри, я его сколько гашу, а у него ничего не уходит. На, еще смотри, невидимку воткнул, а? В землю. А ну-ка, ушел, где ты там? На, еще тебе. На тебе магию, я сказал. Вот, получил. Получил? Да, получил. Так, где ты? А когда я выиграю уже, а? А, мне просто получается надо продержаться, да? И все, что ли? Это легкотня, между прочим. Кстати, музыка. Музыка крутая или нет, а, ребят? Да, вроде бы крутая. Давай магию напоследок. Ух, и я выиграл, видишь, я выиграл. Отлично. Так, и что дальше? Ну, это легкое было задание какое-то вообще. Так, следующее какое у нас задание? Следующая у нас нормальная стадия, 4-я. В этот бой можно вступить только с доспехом. Да, это все понятно, но что такое? Это легкотня какая-то.
Когда мне уже титана дадут, а? Я бы его уже победил давно-давно и спать пошел бы. Что такое? Какие-то дают мне? Это... Что за падальщики? Зачем они мне нужны вообще, эти падальщики, а? Я же их спокойно вот разделываю с ними, как не знаю, как с бифштексом каким-то. Мне дай бифштекс, я его сейчас съем и даже не моргну глазом. Так и вот с этими всякими нубасами. Что за нубы, а? Зачем вы мне их суете? Дайте мне какого-нибудь реально сильного противника, крутого кого-нибудь. Там Титана, Старика, Мэй, Сансея. Я не знаю, кто там против меня. Я уже тут в Shadow Fight уже бойцы закончились. Я уже тут всех замочил, на. А ну-ка, слезь! Ты посмотри, что творит, а магию такую же применяет, как у меня. Ну-ка, давай, я тоже. На тебе, вот, хорош, хорош, Ну, падай ты уже, а. Эх, придется вертушку тогда тебе делать. А, нет, ну ладно, ногой просто. Просто ногой. Ну ладно, замочили падальщика. То есть они, короче, эти падальщики, они мне получаются... А, один бой всего лишь, что ли? Да, музыка крутая, слушай. Они, эти падальщики, получается, меня на крейсер не пускают. Вот в чем их задача. Я понял. Сложно. В этом бою победа присуждается по очкам. Если долго стоять на земле, наступает проигрыш. Во время на ринге сгущается тьма. Ух, вообще, сколько прям в одном этом испытании. Опять этот зверь, а? Этот зверь уже был, по-моему. Да, ну придется с ним разделаться. Ой, да, вот эти вот оружия, да, крутые. Я помню. Да, надо прыгать, наверное, и мочить просто. Вот, да, отлично. Ой, это не я, это он меня ударил, и я подлетел. 4-2. Мы проигрываем, тень. Собрались, тень. Давай. Вот, отлично. Прыгаем. Ох, отлично, еще ударчик нанесли. Давай, бьем. Вот, прыгаем. Ох, хорош. 10-7, тень, ты где? Давай, прыгай, тень. Есть. Ох, 12-7. Это тяжелый уровень, ребят, реально тяжелый. Так, ну давай заведем свой пластиновый меч. Давай, ну-ка на пластилину. Покушай немножко, мужичок, падальщик или кто-то там. Ох, 2-1, ребята, 2-1, давай. Тень, прыгаем. Ох, отлично, прыгнул, еще удар нанес, по-моему. Так, давай, вот, прыгаем, и удар. Удар. Нет, не получилось. 5-3, 6-7-3, прыгаем. И 8-3, 10-3, отлично. 11-3, 12-3, так, и 13-3. 13-4. Так хорошо все было. Прям 13-3, это просто какое-то счастливое было бы для нас число. Ну ладно. 13-4 мы выиграли. Так, и следующий бой. Кто там у нас? Участвую в рейдах. Окей, буду участвовать. Дайте ее мне, дайте сейчас же, кого? В этом бою ты победишь, если наберешь 5 очков за нанесенные критические удары. Ха, я мастер по нанесению критических ударов. Я не знаю, этот падальщик похож на какую-то... На кого он похож? Какого-то богомола, что ли? На тебе, есть один критический удар. Выкуси, на тебе, еще. Ну-ка, ушел, вот еще тебе критический удар. А вот еще... А нет, пока еще нет. Так, ой, он кидает шипы. Так, я тоже же могу. Кидай шипы, а не на ту кнопку. Кидай. На. Где критический удар и тень? Давай, вот, отлично, вот. И вот, а нет, не попали. Так, давай, крутимся. Поближе надо подойти. Ах, критический удар и сбил с меня с ног. А ну-ка. Давай магию ему, давай. На. Получил. На тебе по голове. На тебе, говорю. Нет, не критический удар пока. Так, ну ладно, сколько у нас там времени-то остается, а? Давай, тень, пожалуйста, тень-тенешек. 3:54 секунды еще, а мы с тобой еще не нанесли 2 удара критических. Давай. Нет. На. Ай. Зачем ты магию такую используешь? Это вообще нечестно. Мужик, прекращай. Давай. Вот, есть еще один критический. А, по голове, короче, надо бить, да? На. Ой, чуть-чуть нам остается, ребятки. И, по-моему, все. По-моему, хана. Да, и он крейзи, смотри, стал. Ничего себе. 4-5 мы проиграли. Ладно, ничего страшного. Ничего, не надо отчаиваться. Просто представь, что этого ничего сейчас не было. Тебе приснилось. Ты такой встал с утра, думаешь, так, пойду посмотрю Funny Games TV. Открываю, смотрю видео. А тут ничего нет. Тут все, тут одни выигрыши, понимаешь? Потому что проигрышев тут не бывает. Это же я, ребятки, вы что, забыли? Эй, ну-ка,
Это мой критический удар только что был. Ты почему отбираешь у меня мои критические удары, на? Ну-ка, да как ему нанести? Смотри, он мне критикал за критикал, а я ему еще ни одного критикал не доставил. Ну-ка, ушел, на. А почему этот не засчитали, что это критический? Смотри, в прошлый... Это магия дурацкая, как же она мне не нравится. Ты посмотри, я опять, похоже, проиграю. Это вообще... О, два критических, отлично. И еще, еще, еще. Нет, ладно, магия... Магию не засчитывают критическую. Ай, вот, есть критический. Короче, критический по голове, да? Ну вот сейчас же я ему явно по голове врезал. Почему не засчитали-то, а? Давай! Давай, тень! Ай! Ай! Защиту включай! Врубай защиту! Ай! Ай! Нет, нет, нет! Чуть-чуть остается! Давай! Убегаем! Убегаем! 4-5 опять, ребят! 4-5 я опять проиграл! Ты опять, вот ты опять думаешь, да, что это снится тебе, я говорю, этого ничего нет. Нету никаких проигрышей, нет, тут одни победы. Я тебе честно говорю, правда. Это все просто тебе кажется. Эх, какой-то бога... Да, вот, он на богомола похож, смотри, у него там торчат какие-то клешни сзади. Так, давай, давай, сразу, вот, есть, отлично, первый критический удар за мной. И сразу лежи, еще один критический... Нет, нету критический... Да что ты будешь делать, ты посмотри, какой он сильный, а? Давай, тенек! Да что ты будешь делать? Я же тоже могу, ах, постоянно не нажимаю на магию, не смотрю туда. На. Давай, давай, ну, критически, давай, ну, давай, ногами можешь, на, нет, нет, вот, агрессивный. Но критически-то когда будет удар? Давай, тень, 70 секунд остается, а он же меня лупит. Вот, отлично. Вот еще один, вот, вот, и давай, ну, нет, не получается, давай, давай, заводи, давай, есть еще один критический удар, еще, и все, и мы выиграли, наконец-то. Вот видишь, я же говорю, тут одни победы, это тебе все казалось, это тебе снилось, вот, отлично. Так, ну что, дальше? Дальше кто у нас? Давай, быстрее, выходи уже со мной сражаться. Так, стадия 7 из 24. Давай, ладно, еще. Ой, не прочитал, что там было-то. А, ладно, ничего страшного. Сейчас. Это какой-то новый матрипадальщик уже появился у нас. Вот это да. Так, что здесь? Переходящий эффект кровотечения. Противник регенерирует. Ну понял ты, короче, у него добавляется энергия. Но это его не спасет. На тебе. И на. Ай-яй-яй-яй. Вот так, а? И так, и так, и так. Нет, никак. На, вот так. На, вот так. Ой, все, упал. Ладно, хорошо. Раунд второй, это легко. Это очень легко. Так, давай попробуем с нижнего удара. Давай мы вот такие. Вот, правда. Правда, что? Ой, 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 ой. На, держи, лови назад, забери свою эту кровотеченьку. Зачем ты мне ее передаешь? А ну-ка пошел от меня. Опять мне ее передал. Ребятки, давай отдадим ему обратно. На, держи. И на тебе еще, и вот тебе еще и магия моя великая, могучая и непобедимая магия. А куда ты мне опять свое кровотечение? Давай, падай уже, падай, за живот хватайся. Вот так-то, лежать. Вот так, молодец. Умный песик. Так, хорошо, надо обратить внимание на мою энергию. Сколько у меня там? Ой, у меня уже половина. Сафир, прием! На нас напали падальщики. Они что-то говорили об источнике чистой теневой энергии. Что ты знаешь об этом? Я вижу истинный мотив Титана. Когда ты открыл врата, теневая энергия дала тебе новое тело взамен утерянному. Оболочку из чистой энергии. Но если ты проиграешь эту битву, Титан более не будет зависеть от энергии героев. Любой мир, оказавшийся на его пути, обратиться в прах. Нет, страх — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Сдерживайте Мэй. Кроме нее некому выдать тень. Мы же входим в цитадель Титана. Вау! У меня Титан, прикинь, доступен стал, ребятки! Титан! Все, я могу уже с ним сражаться. А ну-ка, верни назад, куда ты нажал. Вот, Титан, и невозможно. Первый телохранитель, и он невозможен. А, еще у меня тут, смотри, у меня-то тут еще затмение было включено. Ну, конечно, мои зверушки не могли ошибиться. Нюх на теневую энергию у них просто отличный. Добро пожаловать ко мне в цитадель, тень.
Окей, я тоже рад тебя видеть. Ты венец моего пути, я создал тебя. Врата открылись, и ты выжил после выброса темной энергии. Но не служишь мне, ты сохранил разум. После долгих опытов тысячи миров мой эксперимент увенчался успехом. Но давай я покажу тебе тех, кто также выжил после открытия врат. Герои эти, твои двойники, не обладали волей и силой достаточными, чтобы удержать столько энергии в своем теле. Ух, ассасин, тебе принадлежит слава самого искусного ассасина. Убийство твой хлеб, зачем путаться с какими-то людишками, выполняя их глупые просьбы. Я стал главой ордена, а с надоедливым стариком и той девчонкой я расправился там же. Теперь я сам решаю, кому жить и кому умереть. Ха-ха-ха. Ну что ж, иди сюда, ассасин. Вау, какие вы все. Вау, ничего себе, ты посмотри. Ассасин. Ассасин с мечом каким-то, что за меч у него? Ой, у него здоровая вот эта вот штуковина. А ну-ка, да иди сюда, ассасинчик. А ну-ка, выкуси, на, держи пластилинчик у моего. А, получил, а ну-ка. Эй, не заводи только. Ой. Так, прекращай, пластилину покушай, на. А, держи, нет, ой, зачем я это сальтушки, эти вертушки делаю, на, получаю вот критический тебе удар. И на, магию мою вкуси, вот так-то. Лежи, ассасин. Так-то тебе. Ты мне никогда не нравился. Так, хорошо, ну-ка еще пластилинчику. Получай, вот так-то, на, тебе критический удар, на. Ой, у него там какие-то маски появляются. На, тебе еще разочек, ассасин. И все, не вставай, вот так-то. Перфект, ребятки. Ассасина выиграли. Ну что ж, ребят. Эта серия будет называться «По дороге к Титану». Мы к нему уже подошли, мы уже подобрались к нему близко. Вот он уже. Ты оставил меня в живых. Это ошибка, дорого тебе обойдется однажды. Окей, ассасин Крид. Надеюсь, ты не Крид. Окей, ребят, все. На сегодня достаточно, мы продолжим. Титан уже близко, я уже чую, как он боится. Он трясется, он просто, я не знаю, уже испугался и описывался, наверное. Надеюсь, у него есть памперс в этом его костюме. Ребят, вы были на Funny Games TV. Меня зовут Максим. Ставим лайки, подписываемся. Всем всего хорошего, ребятки. Пока.